Здравствуйте, вы смотрите «Вечер вместе». Я Иван Грищук. Сегодня у нас в гостях Лариса Символокова, директор Воронежской областной библиотеки имени Никитина. Лариса Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Лариса Владимировна, ну, в первую очередь, позвольте вас поздравить с профессиональным праздником. 27 мая Общероссийский день библиотек отмечается. Ну, праздник библиотечных сотрудников, прежде всего. В целом, библиотечная система в стране... Есть ощущение, что трансформируется, старается идти в ногу со временем, внедряются новые технологии, где-то новые стандарты. Здесь важно не забывать про традиции, которые есть. Какие традиции остаются при всех этих изменениях? Ну, прежде всего, я хотела бы тоже поздравить коллег, своих коллег и читателей, потому что это наш общий праздник, я считаю, да. Все, кто не только работает, но и посещает библиотеки. Это наш общий праздник. Так вот, хотелось бы в этот день, в Общероссийский день библиотек, выразить слова искренней признательности, благодарности прежде всего ветеранам библиотечного дела и, конечно, тем, кто работает сегодня библиотечным специалистом сегодняшнего дня, за их преданность профессии, за их творческую активность, за то, что они преданно, искренне любят книгу и читателей. Растет ли престиж профессии библиотекаря? Как вы вот наблюдаете за этим состоянием? Потому что, ну, есть стереотипы, да, о том, что да. якобы библиотекарь — это, ну, не очень классная профессия. К сожалению, да, наблюдается все равно вот этот стереотип, он такой живучий, трудно его вытравить из сознания большого количества людей. Но, тем не менее, все-таки, я считаю, стереотипы рушатся. Конечно. Те, кто приходит в библиотеку современную, они понимают, что, может быть, тот образ, который у них складывался в голове, он совершенно не отвечает реальному положению дел. И надо сказать, что самое главное в библиотеке, несмотря на все новшества, которые внедряются, все-таки самое главное, что характерно библиотекам, что основная миссия всех библиотек — это собирание, сохранение и предоставление в доступ, в пользование своим посетителям, читателям документов универсального собрания. Вот если говорить о нашей библиотеке, универсального собрания документов, которые были накоплены человечеством вообще. Ну и прежде всего мы находимся в России, и библиотеки являются частью системы национальной безопасности России. Поэтому прежде всего мы предоставляем информацию о России и собираем литературу, прежде всего связанную с Российской Федерацией. Угу. Мы каждый раз в этой студии не устаем с вами напоминать телезрителям о том, что библиотека — это не только про книги. Да, не только про книги, но прежде всего прежде книги, всего. Да, потому что это основа. Библиотека, если перевести ее, да, все-таки самое главное в этом слове именно книга. И работают, и приходят туда те, кто любит книгу, те, кто осознает ее ценность. И настоящие и великие ученые, и не только ученые, понимают важность библиотеки. Без библиотеки вообще-то никуда. Невозможно развитие никакого производства, сфер деятельности, ну какую ни возьми. Невозможно представить себе ее развитие без библиотеки, без впитывания специалистами того массива знаний, который был уже накоплен. Ну вот как раз на прошлой неделе состоялся очередной конгресс, конференция Российской библиотечной ассоциации. И на полях этого форума собралось более 1500 специалистов из разных библиотек, из разных систем и ведомств. Не только Министерство культуры, но и военные библиотеки, сельскохозяйственные и так далее. Понимаете, невозможно, вот в подтверждение моих слов, да, развитие ни одной сферы без библиотеки. И если вспомнить цитату Дмитрия Сергеевича Лихачева, да, что если погибнет все, но останутся библиотеки, то человечество возродится, потому что без библиотек невозможно. Да, ну стоит, наверное, сказать, что несмотря на развитие, в частности, интернета, все равно очень большой массив данных
хранится все же на физическом носителе, на бумаге до сих пор, да, и он никаким образом не оцифрован. И это бесценные часто данные, на которых основываются и научные исследования, и даже просто какие-то простые бытовые вещи, да, начиная там от строительства, конечно, заканчивая медициной и так далее. Какая основная задача сегодня стоит перед российской библиотекой? Вы уже сказали о том, что сохранение, как и у любой библиотеки, в любые времена. Но сегодня особое время. Для России еще более особенное. Есть ли какая-то задача сегодня? Ну, задач вообще много стоит перед библиотеками сегодня. На каждом этапе новые вызовы были, да, новые вызовы перед библиотеками, и не только. А библиотека как социальный институт, естественно, подвержена всяким трансформациям, и влияет на нее многое. Ну вот если сегодня говорить, какие задачи ставятся перед библиотеками, то они, в общем-то, сформулированы в стратегии развития библиотечного дела, которая была принята правительством Российской Федерации, стратегия развития до 2030 года. Стратегия была принята правительством в 2021 году. И там обозначено несколько направлений, которые, в соответствии с которыми можно сформулировать и задачи. Это, конечно, формирование, комплектование фондов библиотек. Это прежде всего, да, но не только в печатном виде, на разных видах материальных ресурсов и огромный массив электронных документов, которые сейчас, ну, просто вот наше время, да, чем отличается, что взрывной рост информации в электронном виде. Так вот, задача библиотек — их сохранить. И это один из вызовов, который стоит перед библиотеками. Вторая задача — это сохранение фондов. И в связи с этим упомяну, что вот с 2022 года реализуется в России программа по созданию сети региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов. И надо сказать, что вот в Воронежской области в прошлом году, в ноябре, открылся 5-й центр в рамках этой сети, создаваемой при кураторстве, непосредственном сопровождении Российской государственной библиотеки. Но финансируется, естественно, эта программа Министерством культуры Российской Федерации. Хотя в каждом регионе она реализуется уже на конкурсной основе, и мы были в числе победителей этого конкурса, наш регион. И при условии софинансирования с региональными, да, с региональными властями этот вопрос решается в финансовом плане. Значит, сохранить нужно фонды. Бумага – это такой материал, который, к сожалению, портится, и может случиться так, что различные факторы влияют на бумагу, могут повлиять самым негативным образом и просто рассыпятся. В какой-то момент могут они рассыпаться, документы, лист бумаги раствориться в наших руках. Да. Во времени практически. Во времени, да. Потом еще одна из задач и направлений – это модернизация библиотек. Конечно, мы должны идти в ногу со временем. Хотелось, чтобы преображались пространства в библиотеках. И во многих регионах очень активно эта работа ведется. У нас тоже с 2019 года реализуется нацпроект «Культура», в рамках которого, ну, один из федеральных проектов направлен на создание модельных библиотек в муниципальных образованиях. Тоже под эгидой Министерства культуры. Да, да. Это именно под кураторством непосредственно Министерства культуры, тоже на конкурсной основе. Вот в этом году, кстати, у нас в регионе откроются еще две модельные библиотеки. Сейчас полным ходом идет работа по созданию модельной библиотеки. Закупается оборудование, ремонты уже завершены. Ну, библиотека становится не просто читальным залом, а центром притяжения, да, то есть пространством, где люди могут не только общаться с автором книг, да, но и проводить время как-то иначе. Да, создаются в этих модельных библиотеках создаются условия для комфортного получения знаний, для развития творческих способностей.
Потому что, ну, каждая библиотека модельная, которая создается в России, она не похожа одна на другую. У каждой пишется своя собственная концепция, и пространство не похоже, и набор задач, которые ставит перед собой библиотека, совершенно различный. Но, тем не менее, как бы цель у них одна – дать возможность посетителям этой библиотеки прийти в комфортное пространство, получить знания, потому что одно из направлений – это формирование фондов. Закупается на федеральные средства определенное количество документов. Потому что без фондов библиотека никак не может считаться востребованной. Ну и, безусловно, создаются пространства для клубных объединений. Ну вот я уже сказала, развитие творческих способностей, встреч с писателями. Ну, даже трудно вот перечислить сейчас все, что можно сейчас сделать в современной библиотеке. Конечно, хотелось бы, и вот как раз рекомендация дана на прошедшей конференции Российской библиотечной ассоциации уже новому руководству. Кстати, был избран новый президент Российской библиотечной ассоциации, и члены правления тоже частично будут новые. Так вот, дана рекомендация провести слушание по разработке стратегии модернизации и региональных библиотек. Потому что, конечно, мы, областные государственные библиотеки, нуждаемся тоже в том, чтобы быть обновленными. Конечно, у всех разные ситуации. Есть у нас и совершенно новые библиотеки, которые совсем недавно были построены, и там уже присутствует много из того, что для нас пока является мечтой. Мы еще к этому только идем. Но, тем не менее, принципы у всех одинаковые. Модернизируются, автоматизируются библиотечные процессы. Начиная от записи читателей в библиотеку до обработки литературы, записи ее, формирования в электронном виде инвентарных книг, ну, различные документации библиотечные, о которой, может быть, читатели даже и не подозревают. Обработка литературы, ввод записи в электронный каталог. Электронный каталог уже лет 30 является, ну, обыденной вещью, да, для многих из нас. Да, опять же, а стереотип есть о том, что до сих пор карточки, да? Ну, карточки тоже существуют. Да, карточки остаются пока. Мы отказались от части картотек, систематической картотеки статей. Но каталоги мы пока оставляем в карточном виде тоже. Ну, а в электронном виде вот все, что, например, если говорить о нашей библиотеке, все, что издано после 92-го года, можно найти в электронном каталоге. И не обязательно даже для этого приходить в библиотеку. Можно, сидя дома или где-то в кафе, ну, в любом пространстве, в любой точке мира. Имея читательский билет. Нет. Нет? Не обязательно. Надо зайти просто на наш сайт, открыть раздел «Электронный каталог», и можно поискать литературу, которая есть по интересующей теме в нашем фонде. Ну и хотелось бы продолжить тему задач, направлений, которые стоят перед библиотеками. Как я уже сказала, модернизация, автоматизация библиотек, которая поможет высвободить, может быть, и человеческие какие-то ресурсы профессиональные для решения более важных содержательных задач, для того, чтобы посвятить свое время каким-то творческим процессам, взаимодействию с читателями, посетителями, проектной деятельности, более активному продвижению проектной работы. И, конечно, очень важный ресурс для развития библиотеки – это кадры. Это не секрет, это для всех сфер актуально, но в том числе и для библиотечной сферы. Очень остро стоит этот вопрос повышения квалификации кадров. Потому что еще и время не стоит на месте, очень быстро все меняется. И переподготовка специалистов. Переподготовка, требуется, да. Повышение и новая кровь квалификации, тоже. Да, и хотелось бы, чтобы новые специалисты, молодежь приходила, создавать условия для того, чтобы им было интересно закрепить их на месте. То есть вот тут все взаимосвязано, и библиотечное пространство должно меняться, в том числе для того, чтобы было комфортно не только посетителям, но и сотрудникам библиотеки. Сначала вот пространство, оно меняет и содержание
Я так предполагаю, что неспроста в этом плане в Казани именно, да, проходил конгресс, да. Потому что их библиотека национальная, это и в архитектурном плане великолепное здание, да, и созданы условия как раз и для сотрудников, и для читателей. Да, было, конечно, очень радостно за наших коллег, что они работают в такой замечательной библиотеке. Но надо сказать, что этот подарок, вот это чудо совершилось относительно недавно. Да. В 2020-2021 году они, собственно, переезжали и вот открылись. Здание они получили уже построенное, но его реконструировали. Все те задачи, которые вы перечислили, как мне кажется, они же и являются теми методами привлечения новых читателей в том числе. А есть ли какие-то секреты? Появляется что-то новое для того, чтобы к вам новые читатели приходили? Ну, секреты, вот прям какие-то волшебные секреты. Ну, волшебной таблетки нет, да? Такого нет, просто надо работать, надо придумывать какие-то интересные мероприятия, постоянно креативить, сотрудничать с различными молодежными организациями. Ну, не обязательно молодежными, но мы говорим именно о привлечении Конечно. Молодых читателей. Выходить на площадки другие, не только библиотеку, да, в образовательные учреждения. Различные, ну, где еще проходят в городе различные активности. О себе заявлять, рассказывать, и мы это делаем. Конечно, замечательно, что в нашем городе на базе филологического факультета Воронежского государственного университета работает, появилось уже вот несколько лет действует направление библиотечная информационная деятельность. Каждый год летом студенты факультета этого направления приходят на стажировку к нам в библиотеку. Это тоже способ профориентации и привлечения их на работу. Ну, да, в том числе. Да, я очень надеюсь, что со временем все больше и больше выпускников этого факультета будет приходить на работу к нам в библиотеку. Еще одна часть библиотечной работы, о которой обыватель часто забывает или, может быть, не знает в принципе, это научная работа. Вот какую научную работу проводит библиотекарь сегодня? Да, научную работу, безусловно, проводит и наша библиотека, и даже можно судить об этом по названию. Да? Мы называемся областная универсальная научная библиотека. Да. Среди направлений научной работы это участие в федеральных различных научно-исследовательских проектах. Ну вот, например, с 2020 года мы стали активными участниками федерального мониторинга, связанного с вопросами сохранения библиотечных фондов. Эта работа продолжается, вот два этапа уже пройдено. По результатам этой работы... Это действительно научно-исследовательская работа, потому что не быстро, очень тщательно, планомерно изучались по определенной структуре исследований фонды, в том числе нашей библиотеки. Ну, каждый регион этим занимался. И вот на основе данных, которые были получены, делались выводы, и в том числе вот родилась эта идея по созданию сети региональных центров консервации и реставрации, потому что вот в ходе мониторинга выяснилось, что ну, совсем плохая ситуация была и с вопросами обеспечения сохранности даже в центральных региональных библиотеках, и, естественно, с наличием профессиональных кадров. Ну и вот эту задачу начали решать с 2022 года, чему мы очень рады. Затем работа по направлению с книжными памятниками. Наша библиотека является хранителем книжных памятников. Введено, может быть, не очень много еще пока в государственный реестр книжных памятников. Но эта работа очень кропотливая, тщательная. Краеведческая деятельность, можно сказать, ну, почти все, что делает отдел краеведения, это является научной работой. Написание статей. По итогам некоторых исследований пишутся статьи, затем они публикуются в профессиональной периодической печати и даже издаются книги. И цитируются потом на экскурсиях экскурсоводами. Да, часто. Да, да.
Я вас еще раз поздравляю с праздником. Спасибо. Спасибо вам за беседу. Спасибо. Вы смотрели «Вечер вместе». Я Иван Грищук. Все выпуски наших программ вы можете найти в интернете на нашем сайте www.tvdefisgubernia.ru.